бы вот это вот, только смотрите, что это. Так как мы с вами уже организовали работу, и у нас, если мы ручки встают, да, оп, они уже вот здесь, она уже сделала свое дело. Но не делайте белую обезьянку. Дополнительно не надо еще руками шлепать. То есть они уже все сделали. И мы отдали. Что делаем дальше? Все, понятно, да? То есть мы это же самое. И запускаем туда, сюда, обратно, вверх. И вот попробуйте, да, говорят, сколько людей, может быть, вы сами слышали, говорят, удар, фах, да как по нему попадешь, по нему не попадешь, куда по нему не попадешь, попробуй. Ну как здесь по нему не попасть, вот. Ну как не попасть? Вот он бьет, вот и бэм, вот, как же не попасть? То есть как же он промахнулся, чтобы не попасть в пах. Если вот так вот стоять, целить. Пытаться отсюда ударить, ну конечно, бессмысленно. Даже вообще как бы рассматривать нельзя такие вопросы. Когда они поднимаются, а вы, например, тоже многие куда-то смотрите, участвуют в этой глупости во всех разговорах. Лучше не надо никогда. Ну просто всегда должен быть в голове серое вещество. Натрите мозоли своими извилинами. Тогда будет очень хорошо. Нужно мозоли, как руки человека рабочие работают, у него руки в мозолях. У вас должен быть мозг весь в мозолях. То есть там извилины должны тереться, все в мозолях, мы должны понимать, что происходит. А я вот так, а нас учили бы. Молодец, хорошо, пускай так. Пускай так и продолжайте дальше. Наша с вами задача выиграть во времени. Мы сами нападаем, но когда это все работает? Когда мы находимся в состоянии готовности. То есть когда ты готов к этому. И когда тебя застает врасплох всегда. Когда застает врасплох, извините. Если ты не увидел, ты ничего не сделал. Поэтому наша с вами задача – скорость. Вот, и все, там ничего уже не сделано. Ничего там не увидел. Как только мозг попадает туда, и тут же сразу идет сюда, у вас это должно быть заряжено. Вы должны это в рефлекс забить, что у вас нет отдельных ударов. Рукой. И смотреть, как он упал или не упал. Пока будешь смотреть, что он упал или не упал, тебя завалит. Поэтому надо бить, пока он упал. А это все время по этажам. Еще раз на что внимание обращаем. На то же самое. Раз, отдали и тут же ударили. И все. Секундомер есть? Достать, да? Достать. Сейчас засечем, сколько это серии. Секундомер, да, по-моему, стартуешь с момента его удара, а стоп, когда ему в пах бьет. Что? То есть старт вот с этого момента, а стоп вот здесь. Ну что, что? Не успел. На два дели. Моргаешь медленнее. Я вам говорю, что это я такой крутой, это секундомер показывает. Это секундомер показывает. Человек не сможет среагировать. Ага. Когда он получится башню, еще потом в пад. У него нет ресурсов для этого. Понимаете? Поэтому еще раз говорю, вот этот момент, когда мы его отрабатываем, вот, поэтому его отрабатываем, да? И вот отсюда уже улетит сразу. То есть мы не передавливаемся, не стоим там, примиряемся там, не примиряемся. Ударили, пошла сразу туда. Пошли дальше. Если понадобится. Понимаете? Время. Нам главное выиграть время и быть в состоянии готовности. А мы вот в состоянии готовности. Все, раз. Все, поехали. Ну что, сделаем? Вот это. И сюда. Оп. И сразу.
сажать. То есть наша задача или плод, колени, или пал. Еще раз. То есть мы тут... Все. Ну и вот сразу. Как только мы на ножках работаем, оп, она освободилась. Видите, смотрите. Оп. Сразу освобождается. Все близко. Мы ему ударим, бам, мозг, бам, здесь сразу.